23 августа 2020 года. Достаточно значимая дата как для меня, так и для нашего канала. Ведь именно в этот день стартовал первый этап Лиги ZFL. И именно с него я начал путь в мир лиг и чемпионатов. И именно с F1 2020 мы начали наш путь, которая показала, как не должен выглядеть мультиплеер в игре. За год я проехал в 5 различных лигах, в некоторых из них по 2 сезона даже провел. Каждая гонка чему-то меня учила, в каждой гонке были как и позитивные, так и негативные моменты. Блин. Так, что-то я в какую-то философскую тернь пошел. В общем, я думаю, многие знают такого ютубера, как Рэйчел, и Хейл, или Дед. И то, что он ведет этакий дневник своего проекта под названием Insilio. Если в двух словах, это его команда в Counter-Strike. Если вы хоть раз смотрели ролики Рэйчела, то вы начинаете пересматривать следующие и следующие ролики, ведь они достаточно интересно рассказывают о всех трудностях, превозмоганиях и так далее. Блин, прям как-то рекламу делаю Рэйчелу. Ну ладно, подобные ролики, в которых рассказывается о каких-либо проектах, достаточно интересно смотреть, особенно если они были очень хорошо поданы. И я подумал, а почему не запилить нечто подобное, только по АЦЦ и по моему пути, так сказать, в киберкотлеты. А если учесть, что на этой неделе стартовала предквалификация к чемпионату Кубка РАФ, это может стать достаточно интересным проектом. Ладно, давайте вновь вернемся в 2020 год и за месяц до того, как стартовала лига ZFL. Да что тебе, блять, серьезно, этот кусок дерьма заносится, блять, от малейшего движения руля, блядь. 22 июля 2020 года я пробовал свои силы к первому чемпионату от СМП, который проходил в АЦЦ. На тот момент у меня был достаточно скудный опыт в АЦЦ. Да какой скудный, его вообще не было. И я думаю, какой я в рот не ебаться охуенный гонщик. Думаю, смогу квальнуться в СМП. Ага, сейчас. В тот момент предквал в СМП проходил на трассе Зандвуд, которую я, естественно, в тот момент не знал должным образом. Ладно, не буду томить, мое время было очень далеко от нужного, тогда я быстро забросил эту идею. Через полгода СМП вновь проводит чемпионат по АЦЦ, и тут я думаю, ну теперь-то я точно не ебаться в рот, какой опытный. Да еще и трасса в предквале была Silverstone. Что же могло пойти не так? Наверное, то, что я не был знаком с классом ГТ в должном виде. А чтобы пройти предквал, надо было занять либо топ-60, либо топ-70, уже точно не смогу вспомнить. Но, окей. Снова я глянул на времена ребят, почесал репу и пошел в F-ку. Так закончилась моя уже вторая попытка попасть в СМП. Ну а теперь возвращаемся в нынешнее время. Что же, теперь у нас чемпионат проходит под эгидой РАФ Российской Автомобильной Федерации при поддержке СМП. Что же, в этот раз уже имеется опыт и понимание ГТ машин и осознание, что я могу войти в топ-лигу. По крайней мере, это будет главной задачей на ближайших стримах. Минимальная цель — это Gold Лига. Конечно, да, это не платина, но и там будут гоняться достаточно быстрые пилоты. Что же, отсюда мы и начинаем мой путь. Посмотрим, чего нам удастся достичь в чемпионате от СМП и что нас будет ждать дальше. Да, небольшое отступление, если все-таки мне удастся попасть в голд или платину, то стримов, к сожалению, не будет, причем это правило РАФ. Не понимаю нафига, люди сами себе в ногу стреляют, но правило есть правило. Но это не значит то, что не будет видео о каждом этапе. Запись-то еще никто не запрещал. Ха, ладно, что-то я уже в сторону ухожу. Что же, на этом будем тогда прощаться. Буду ждать вас на своих стримах, на которых мы и будем проходить предквалификацию. А также я буду вам благодарен, если вы поставите лайк под этим видео и напишите любой коммент. Это поможет продвижению данного ролика. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вархаммер. И скоро услышимся.